Доброго времени суток, дорогие друзья! Всех приветствую себя на канале. Также приветствую новых пришедших сюда, да, заглянувших на канал. Добро пожаловать! Также спасибо большое, что поддерживаете, что вообще делаете какую-либо активность на канале. Это никак не может не радовать. Спасибо вам! Итак, что у нас здесь происходит? Значит, здесь мы будем сейчас проводить ритуал, да, который вы сами можете сделать у себя дома на возврат долга. Значит, если у вас есть такой человек, либо люди, которые вам должны вернуть финансы, да, денежки, вы делаете данный ритуал. Для этого ритуала вам понадобится восковая натуральная свеча, да, я взяла зеленую, символизирует финансы, деньги. Дальше соль, в моем случае она крупная, но вы можете взять какую-то любую соль. Она может быть и мелкая, либо крупная, как у меня. И вода. Воду в данном ритуале тоже можно брать любую. Можно брать из-под крана. Так, дальше рассказываю сам ритуал. Вы должны сделать так. Поджечь зеленую свечу. Поджигаете, показываю на примере, поджигаете свечку, свеча горит. Берете горсть соли берете и кладете в стакан с водой. Дальше берете спичку и читаете заговор. Мое моим будет, ко мне вернется, дорогу не забудет, пока ты, назовете имя должника, мне долг не вернешь, покой не обретешь. Будешь обо мне думать, вспоминать, деньги на возврат искать, как вода соленая, так и жизнь тебе не мила будет. Как эти спички от огня крутятся, так и ты будешь от мысли мучиться. Все колдовство уйдет, на рассвете развеется, когда деньги свои получу или долг тебе прощу, как сказано, так и будет». Читайте 3 раза. Вы подожгли, читайте заговор, кидаете свечку сюда. Опять от свечи спичку подожгли, читаете заговор, кидаете спичку сюда. 3-й раз читаете заговор, поджигаете, читаете заговор, кидаете спичку в соленую воду. Да? Магия будет действовать на психику человека достаточно сильно. Это достаточно сильный ритуал, я вам скажу, да? Человек даже будет недомогать. В его мыслях будет постоянно присутствовать, знаете, вот такое желание вернуть вам долг. Лучше верну эти деньги, чтобы уже забыть про это. Он будет сам проявлять желание быстрее бы отдать, чтобы все закончилось. Все его вот эти неудачи в жизни, да, чтобы все вот это, оно завершилось наконец. И таким образом вы вернете свои денежки назад. Надеюсь, вам пояснила более-менее понятно. Да, если у вас будут какие-то вопросы, друзья, вы можете писать в комментариях, спрашивать меня, задавать вопросы. На этом все. Я желаю вам счастья. И пусть будет оно так, пусть все будет хорошо. До встречи!